В области продолжается марафон «Рождественский подарок». В рамках акции волонтеры Общероссийского народного фронта и Министерства соцзащиты посетили семьи, в которых воспитываются особенные дети. Здравствуйте, Дедушка Мороза вызывали? Для тройняшек Митина, Рамиса и Амины это первый осмысленный Новый год. И хотя Деда Мороза и Снегурочки малыши еще побаиваются, но знают, что сказочные герои обязательно подарят праздник и поиграют в игры. А это так важно для детей, особенно если у них есть какие-то ограничения по здоровью. Большинство из них не посещают детские учреждения, дошкольные учреждения. И они не чувствуют вот этого сказочного влияния волшебников, Деда Мороза, Снегурочки. Они могут увидеть их только по телевизору, по компьютеру, либо по рассказам своих знакомых, родственников, родителей в том числе. Волонтеры из ОНФ и Министерства социальной защиты посетили более 70 семей, которым мы подарили праздник. Акция в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья проходит в рамках благотворительного марафона «Рождественский подарок». По примеру регионального центра, она проводится и в остальных районах области.